Генеральный спонсор проекта «Песенка года» АО «Россельхозбанк». Конкурс организован Министерством образования и науки Республики Марий и Дворцом творчества детей и молодежи при информационной поддержке телеканала «Регион-12». Здравствуйте! В студии Артем Нефедов, Аня Репина. Мы продолжаем представлять участников телевизионной версии конкурса «Песенка года». Всем привет! Меня зовут Иванова Анастасия. Мне 13 лет. Я очень люблю петь и танцевать. Меня зовут Новоселова Таня, мне 13 лет. Я занимаюсь вокальной эстрадной студией «Лорелей». В «Песенке года» участвую уже не в первый раз. Белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Мы белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Привет, меня зовут Филатова Катя, мне 12 лет. Я приехала из города Козьмодемьянска. Хожу в детскую вокальную эстрадную студию «Звук». Всем участникам я желаю побед. Песенка года! Танцуй вместе, не стой на месте, со мною повторяй. Всегда мажоры звучат аккорды, давай запоминай. Меня зовут Селина Марина, мне 11 лет. Я учусь в 5 классе лицея города Козьмодемьянска. Я шут, я арлекин, я просто смех. Без имени и в общем без судьбы. Какое право дело вам до тех? Над кем пришли повеселиться вы? Полтаева Александра. Я учусь в детской школе искусств «Лира» при лицее Бауманском. Всем желаю хорошо выступить. Знаешь ли, все в жизни зависит только от нас самих. Робкий звонок, тихое слово, вечер нас ждет двоих. Двое друг друга встретят, поверят своим мечтам. Что-то прошепчет ветер, только уже не нам. Здравствуйте, меня зовут Никита Палагин, мне 11 лет. Я учусь в вокальной студии Сании Ромай. Участвую в этом конкурсе первый раз. Желаю всем участникам удачи. Дружба всегда поможет, дружба всегда права. Сказочные слова, дружба такое слово, дружба всему основа, и повторю я снова, дружба всему голова. Меня зовут Аликова Соль, мне 11 лет, я исполняю песню «Дикие танцы». Desire inside you, my head is running around and around.
2015. Узнаем совсем скоро. Финалисты поборются за звание лучших, а также призы и дипломы уже в конце этой недели. Приглашаем вас на гала-концерт. Он состоится в 13:00 12 декабря в ДК 30-летие Победы. Ну а пока продолжаем знакомить вас с участниками конкурсного отбора. Меня зовут Патрушева Жанна. Мне 12 лет. Я живу в городе Йошкар-Ола. Учусь в детской школе искусств номер 6. Новый день, новый шанс. Он не завтра, а сейчас. Как рассвет на приходит после ночи. Новый день, новый шанс. Полина Байкова, мне 11 лет. Я учусь в музыкальной школе номер 6 уже 3 года и третий раз выступаю в песенке года. Меня зовут Павла Виолетта. Мне 11 лет. Я занимаюсь в вокальной эстрадной студии «Наслаждение». И сегодня я спою песню «Полет». Я как птица взлетаю вверх. Мне приснился большой успех. Самолеты и поезда не догонят меня никогда. Все подруги и друзья, позабудьте про меня. Я поймала верную цель, стараюсь быть лучше теперь. Всем привет! Меня зовут Мифтахудинова Аделия. Мне 12 лет. Уже 5 лет я выступаю на этом конкурсе. Мне нравится петь и танцевать. Всем участникам желаю счастья и успехов в конкурсе. Дождь по крышам барабанит. К полудню не устанет. Я настрою контрабас и сыграю джаз для вас. Джаз for you is more than you. Джаз for you is stand and blue. We shall dance, sing and play. Every beautiful day. Здравствуйте, меня зовут Анна Демиденко. Я занимаюсь творческим объединением «Голос детства» города Йошкар-Ола. В песенке года я участвую впервые. Я исполняю песню «Ленинградский рок-н-ролл». Свет в городе давным-давно погас. Ты танцуешь рок-н-ролл со мной в первый раз. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Пляж линий, ограды и мосты. С утра, но мы с тобой опять танцуем, как вчера. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Пляж линий, ограды и мосты. Сегодня у нас все. Увидимся через несколько дней. Песенка года продолжается. До новых встреч! Взяли бы они ипотеку, купили бы квартиру и жили бы нормально. Как мама с папой. АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку с государственной поддержкой.